Коллекция часов стоимостью 500 тысяч евро. Дорогостоящие аксессуары нашли не у миллиардеров, а у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Об этом сообщают РИА Новости. Также по данным Лайфа, у заместителя начальника главного следственного управления СК Дениса Никандрова обнаружили 400 тысяч евро. Крупную сумму генерал-майор юстиции хранил в своей квартире на северо-западе Москвы. Как полагают следователи, деньги – часть первого транша, который офицер получил от подельников Шакро Молодого. Первый взнос составил всего 500 000 евро. По версии правоохранителей, взятку передали Никандрову до освобождения сподвижника криминального авторитета – итальянца. А вот вторую часть, то есть еще 500 000, бандиты обещали заплатить после того, как задержанный выйдет из СИЗО. 100 тысяч из первого взноса должны были поровну разделить глава собственной службы безопасности СК, это Михаил Максименко, и руководитель управления собственной безопасности Александр Ламонов. Однако до Ламонова деньги так и не дошли. Зато вся сумма попала в руки Максименко, считают сотрудники спецслужб. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично открыл уголовное дело на своих подчиненных. Сейчас трое подозреваемых в коррупции, Михаил Максименко, повторю, Александр Ламонов и Денис Никандров, находятся под арестом. Сначала генерал юстиции Бастрыкин познакомился с документами о взяточничестве, затем он передал материалы в Генпрокуратуру. Замглавы ведомства Виктор Гринь решил, что объективно расследовать дело смогут в ФСБ. Так бумаги попали в следственное управление спецслужбы. Как развивались события дальше, известно. Во вторник сотрудники ФСБ задержали высокопоставленных чиновников прямо на рабочем месте в Москве. В этот же день Лефортовский суд арестовал подозреваемых. Как считают правоохранители, они получали деньги от сподвижников вора в законе Шакро Молодого. По версии следователей, за $1 000 000 служители закона обещали развалить уголовное дело. Вот вам цена свободы.